Roger, that's at the same location. Just south of my location. If he goes back out there, he goes towards it. Roger, can you work him through? See what he does. Wait one, he'll pass it up. Всем привет на моем 24-м стриме. Как и обещал, после обеда я сегодня прохожу игру Desert Strike. Правда, после 3 часов покемонов я не уверен, что это будет адекватно. Тем не менее. Так. Все вроде нормально. Работает. Так, по-моему, игра громковатая. Вроде сейчас нормально. Ну, в общем, если игра слишком громко, пишите. Я взял русский ROM, ну, чтоб было. Причем у меня на Sega был картридж пиратский, и на нем не было начальной вот этой заставки Electronic Arts. Сразу начиналось вот с этого полета. Вот. Классная игра. Такая, можно сказать, своеобразная стратегия. Ну,
По крайней мере, на картридже сзади всегда было написано почему-то, что это стратегия. Спасибо студии, по-моему, Шедевр за перевод. Так, на Среднем Востоке. Сюжет я буду весь читать. Весь мир был потрясен, когда армия, возглавляемая террористом Килбабой, вторглась в один из Арабских Эмиратов. Килбаба прославился особой жестокостью по отношению к тем, кто стоял на его пути. Что-то долго он упускает вообще. Это первая часть, поэтому с нее начал. Вот мы видим эти скад установки ракетные стоят возле нефтяных баз. Нефтеперерабатывающие заводы, вероятно. В секретном бункере Мэдмена. Абдулла, почему еще не все ракеты готовы к атаке? Выполняй мои приказы, иначе тебя ждет такая же судьба, что и твоего предшественника. Но ваша честь, ваши планы могут привести к концу света, а я хочу видеть своих детей взрослыми. Дедыщ. Иди работай, или я скажу тебя крысам. Да, ваша честь, нас ждет триумф. Президент поручил решение этой проблемы лучшей команде американской армии. Эксперты утверждают, что один вертолет под управлением самого опытного пилота будет эффективнее, чем массированный авиаудар. В море. Итак. Так, ну кнопки стандартные, естественно, с инерцией. Играем. Так, пилот. Лейтенант Ксавьер Томас, X-Men. Особо не выделяется в боевых миссиях, но зато виртуозно владеет лебедкой. Его меткость оставляет желать лучшего. Говорят, лучшего пилота, да, дадут? Лейтенант Крис Тинмари, жокей. У нее стальные нервы, она много лет была чемпионкой Австралии по верховой езде. Если тебе нужен надежный и уверенный в себе штурман, то Крис — это отличная кандидатура. Ага, этот потерянный. Лейтенант Дэйв Эрик, MPD. Назовите его смелым или сумасшедшим, но мистер Ди не знает страха. Иногда в жарком бою он забывается, и его не остановить, пока он не расстреляет весь боекомплект. Прошел. Лейтенант Кейт Майклс, трекер. Трекер, сын конгрессмена. Он вырос на ранчо и с самого детства обучался стрельбе. Его сослуживцы утверждают, что иногда трекер любит поворчать. Так, это уже читали. Мне кажется, вот этот нужен. Возьму вот этого. Вот. Не, пароль не надо. Все, начинаем. А, нет, переводила компания Падис. А не Шедевр. В 2002 году. Погнали. Доброе утро, пилоты. Вам предстоит спасти мир от сумасшедшего Мэдмена. Если вам не удастся это сделать, он развяжет Третью мировую войну. В этом районе пропал наш осведомитель. Он знает все о планах Мэдмена. Ты должен найти его и вывести в безопасное место. Но сначала выполни 4 важных миссии. Первое. Уничтожить радары. Второе. Взорви электростанцию. Третье. Разбомби аэродромы. Четвертое. Взорви вражеские командные центры. Если ты хочешь остаться в живых, ты должен сделать все это как можно быстрее. Весь мир надеется на тебя. Удачи. Есть, сэр.
Ну давай. А, старт это нажать, что ли, было? Так, взлетаем. Сейчас буду вспоминать управление. Так, лететь вперед. Это всегда кнопка вверх. Очень давно просто не играл. Очень давно. Поэтому... Так, это наши стоят тут. Принимают всяких солдат. Ага. Так, первая миссия. Уничтожь его как можно раньше, чтобы незамеченным передвигаться по сектору. А, ну вообще-то миссия здесь, да, описана? А, нет. Ну, радары, в общем, надо уничтожить. Ну, давай радары уничтожим. Два радара. Полетели к первому. Так, давай-ка поможем нашему солдату. Так. А ты кто? Солдаты иракской армии. Это же Ирак вроде, да? По идее, Персидский залив. Так. Где радар-то? А, ниже. Так, на них два надо. Угу. Он вот медленно стреляет пока что с таким пилотом. Готов один радар. Так, в следующем мы летим. Так, ты кто? Сейчас ваш палаточный городок разбомбим. Тут может быть кто-нибудь полезный. О, давай. Не-не-не, опасной зоны мне не надо пока что. О. Так. Вот она. Раз-два. Раз-два. Все. Монороч, привет. Да, игра очень классная. Так, первая миссия выполнена. Вторая, электростанция. Электростанция 100 мегаватт, броня 400. Уничтожь электростанцию, обслуживающую командный центр и аэродром. Это позволит понизить боевую активность противника. Так, горючее 56. Давай посмотрим, где у нас на всякий случай есть горючее. Возле электростанции прям есть, и вон еще по пути, снизу от самолета. Ну, значит, может не беспокоиться. Патроны пока тоже есть, поэтому полетели к электростанции. Кто стреляет? Стоп, где? Вон он ты. И вот ты. Возможно, в этих палатках будет тоже горючее. Я не помню. Так. Типа пленный, что ли? Ничего. А тут... Не, подожди, какая опасная зона? О! Ну, мне пока не надо. Ладно, пока что тогда пролетим мимо. Не будем сейчас нарываться. Не нужно это. Это не какое-то там хард-прохождение, ничего такого. Есть предложение сесть и смотреть тебя как? Я не очень понял вопроса. Ну, в смысле, хочешь смотри, а что-то я не понял вопроса. Так, а куда я залетел? Ну-ка, давай посмотрим, что тут. Что тут? Ничего. Ничего. Опять ничего. Не, ну что-то тут должно быть же. Хотя бы топливо там. О, нет! Мало горючего. Ну-ка, давай, тут есть? Не, патроны. Горючее вот там слева, но скорее всего еще его отбивать придется. Где? В одном из зданий, что ли?
все. Так. Ладно, полетели уже к... О, у меня этих гидр мало осталось. Но зато хеллфаеров еще 7. Так что я полечу все-таки туда, к электростанции. Посмотрим, что там сможем сделать. Так. Один. Два. О, это прикольный. Так, давайте я вас подберу. А это заложник вообще. Тут, кстати, топливо тоже вон лежит, горючее. Больше нет места? Ладно, чувак, я за тобой потом туда приду. Ладно, патроны надо все равно брать. А, броня. 70... А, не, 265. Не, сейчас людей высажу, мне броню дадут. Это, конечно, глупость, но я не знаю, почему так сделали. Но когда высаживаешь людей, дается немножко брони. А, ну и можно добить вот эти домики, может тут еще что-то есть. Так. Ой! Прятался там с базукой. Сколько он снял-то? Ой, мало уже осталось тут. Ладно, едьте. Не до вас сейчас. Так, а где там лендинг зон-то? Вот. Вот, очень много брони дают за одного, мне сейчас будет полная. Шестьсот. Так, не будем бросать своих. Там где-то вон был боец. И тут вот рядом тоже есть один, надо его взять. Привет. Так, сейчас к электростанции-то вернемся. Нет, ладно, вы меня достали. А, мне патроны надо взять, лол. Так, боеприпасы, вон они будут по пути. Вот. Так, где там он? Бойцы, вон они. Так, что там с горючим? 44, ладно. А, у нас еще вторая, да, электростанция? А, их даже тут три. Нет, стоп, это не электростанция, это что-то другое. Электростанция, все. А, то есть, да, я две миссии выполнил. Третье, военные аэродромы. Взорви все самолеты и здания на военных аэродромах Мэдмена. Ну, давай. Так, ну ладно, я их и так на карте вижу. Тут заодно бойцов пособираем. Таких найдем. Так. Эх, попал. Это не круто. Так. Сейчас еще подъедут, по-моему, да? Ну ладно, пока начнем отстреливать. Так, это слишком долго. Так, вот в этом туалете, по-моему, этот с базукой стоит. Да. О, приехал. Горючая у нас где она? Прям тут где-то валяется. Стоп, стоп, а где тут она валяется? В этом здании.
Здесь все. Так, на карте исчезло, значит все. Та, вон там боец, кстати, рядом. Давай, иди сюда. Так, броня 290. Я думаю, можно как раз таки высадить людей. Так, где у нас там лендинг зон? По пути можно. Так, патроны. Да, возьму. В принципе, тут вроде такой прям нехватки нету сейчас. Надо было здесь взять. Ну ладно. Так, все, броня полная. Полетели к следующему аэродрому. По пути опять же бойца соберем. Где-то он тут. Так, ты не очень. А тебя заберу. Ладно, посмотрим, что в палатках там. Тоже тебе нечего тут ездить. Так, опять домики. Я просто вот не помню местонахождение крутых пилотов. Ну, штурмовиков. Ох ты ж. Штурманов. И, ну, как бы, не хотелось бы пропустить. О, там стоит нормальная фигня. Один с базукой. Надеюсь, тут где-нибудь горючее будет. Сколько он снял-то? Ну ладно, вроде не очень много. А, вот и горючее. Отлично. Кто там стреляет? Можно-то они беспокоятся. Ой, фейл. Просто вообще. Ладно, то лечу на беру патроны. Лечу на аэродром, там будет горючее. Да. А, лебедка, я все сразу не заметил. Теперь буду быстрее все поднимать. Так. Ладно, летим на аэродром. Так. Тебя сразу надо выносить. Три потратил. Так, 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 ты куда намылился? Ой. Так, а этот куда пошел? Улететь же думал. Так, где топливо тут? Это не то, наверное, в другом ангаре. Да. Да, не, но я не на блин, короче, не без смертей прохожу, но, блин, это печально. Ну как? У меня закончились эти просто гитры, и я затупил, в общем. Ну я же говорю, я давно очень не играл. Че тут в туалете есть-то? Тук-тук, дайте войти.
Блин. 75 он сносит. А чё, миссия ещё не выполнила? Что-то ты ещё забыл, да? А. Да, первый уровень, третья миссия, уже минус один. Это печально. Вражеский штаб, броня 250. Уничтожь два здания командного центра и захвати вражеского командира. Он знает, где находится наш агент-осведомитель. Понятно. Боеприпасы есть, все пока что есть, потому что, конечно, упал. Это такой фейл. Ну, я думал, хотя бы первый уровень-то пройду без падений. Ого. Так, что у вас тут? Тут еще броня, если что, лежит. Тут хорошо. А, вон ты кто. Ну-ка, ну-ка, командир. Отлично. Одного. Ну, там тем не менее еще одно. А, теперь мы знаем, где держит нашего осведомителя. О, какой разговорчивый-то попался. Ну, еще один командный центр. Я его добью, несмотря на то, что миссия выполнена. Так. Патроны надо взять. Далеко. Ладно, попробую хеллфайрами обойтись. Посмотрим. Так. Раз, два, три. Ай, мало брони. Ой-ой-ой. Да как можно было промазать? Взял. Нет! 65, так. Где у меня тут броня валялась? А, не показывает на карте. Ну, где-то здесь вот рядом. Где я только что был. Командный центр другой. Тут же где-то была, вот. Так, патроны. Ну, в принципе, я просто полечу сейчас, наверное... к посадке, и там есть и патроны, и, ну, боеприпасы, и это бензин, ну, горючее, и заодно высажу всяких заложников левых. Ну что я, а надо своего взять. Только отойди, пожалуйста, от скалы. Ну, ну, отойди от скалы, я тебя ж так не возьму. Все, другое дело. Так, да, горючее, горючее. Давай-ка возьмем сразу. Да и боеприпасы сразу возьмем. И высадим. Сложно без заспама. Ну, надо моторику рук развивать. И реакцию. Так, у меня все полное. Так, пятая миссия. Агент-осведомитель. Найди и спаси нашего агента. Он знает все о планах Мэдмена.
Не вопрос, полетели. Так, по пути есть еще бойцы? Что такое беда? А, понятно. Так. Не, бойцы далеко, ладно. Кто-нибудь другой их спасет. Раз, два. Где? Сейчас тут подъедут, я помню. Так, тебя тоже надо снять. Нечего тут в зоне военной операции ездить. Так, вот в этом здании вроде вход. Да, нет, не в этом, подожди, а в каком? В этом, что ли? Ага. Так. Никого нет. А, по-моему, мне еще надо его разбомбить, несмотря на то, что он открыт. Или нет? Стоп, а чё? Что-то я не... А! Графон. Так, вас сюда не звали. Вначале своего берем, потом осведомителя. Все выполнено. Первый день прошел почти успешно, не считая падения одного вертолета. Первый пройден. Ну, надо будет посмотреть потом. Ты застрелишь же, я посмотрю. А то я так не представляю, о чем ты говоришь. Поэтому не могу ничего сказать. Плохие новости, никаких. Ну, а что надо? А, надо старт нажать? Секретный бункер Мэдмена. Наша родная страна атакована. Ты говорил, что мы готовы ко всему. Но, сэр, противник оказался сильнее, чем мы думали. Пришло время готовить к запуску ядерной ракеты. Я подготовлю их и буду ждать вашего приказа. Спасенный агент рассказал нам, что в одном из лагерей Мэдмена содержится группа влиятельных политиков. Также нам стало известно, что в этом секторе находятся мобильные ракетные комплексы и химические фабрики. Вот ваше задание. Уничтожить радары. Вытащить политиков из тюрем. Уничтожить электростанцию. Взорвать химический завод. Захватить командиров и уничтожить ракеты. Спасти наших пехотинцев. А удачи не пожелал что-то он под конец.
Итак, первое задание. Радар RC-152, PC-152А, броня 100. Эти радары защищают город и тюрьму. При активных радарах оборона противника особенно опасна. Ну, это очевидно. Ладно, опять начинаем с радаров. Сразу смотрим, где бойцы. Ну, пока что не рядом, ладно. ЗСУ это... А, тут танки ЗСУ. 23-миллиметровая пушка, броня 150, мощность 40. Обладает огромной скоростью и точностью стрельбы. Эти монстры могут уничтожить твой вертолет за несколько секунд. Ну да, я помню. Один ЗСУ там есть. Пшу, яо. Наверное. Так. Ну и где ваш ЗСУ? Что-то он не защитил радар. Ну и ладно, я никак-то не стремлюсь с ним встречаться. Ну вот сейчас подберем бойца нашего. Так, а ты кто? Так. И второй радар. Там, наверное, наверняка где-нибудь все-таки засовывают это прячется. А, вон ты кто? Да не тебя хотел я. Снял больше сотни. Ну ладно. Так, танки есть? Нет, только ерунда какая-то на колесиках. Ну, правда, эта ерунда в тот раз меня убила, ну ладно. Так, ваш этот палаточный городок надо уничтожить. А, это был гражданский. О, это плохие новости будут потом. Втык дадут за это. Ладно, третий радар. Так, один. Ой. Немножко не докрутил. Первая миссия завершена. Так, пойдем бойца подберем. Так, у нас где есть это горючее? Так, он там на берегу, и там же, наверное, зона посадки, да? Ага. Хорошо. А еще где горючее? А вторая миссия где? Тюрьма. Ладно, за бойцом слетаем, потом сориентируемся. Где ты? А, ты всего лишь тут просто бегаешь. А, отлично. Итак, вторая миссия. Городские тюрьмы, броня 150. Три города захвачены солдатами противника. Зачисти территорию. Спаси как минимум 10 политических заключенных и доставь их на базу. Ладно, полетим к ближайшей. Вот там танки уже точно будут. Так, а мне патроны, ну да, вообще нужны. Посмотрим. Ну там их я еще накопаю в домах разных. Так, я правильно лечу? Ага. Так. Ничего. Так, вот тут чел. Ух ты, это кто там? Такой умный. Ага, во, горючее. Закончились гидры, да? Угу. А, вот, как раз таки. Ух, да ты кто? Вот тюрьма. Собираем политических этих, ну, короче, чиновников всяких. А-а-а. Ну ладно, летим на посадку, там же возьмем горючее. Ой-ой-ой, не-не-не-не, не надо меня сбивать. Ща, подожди, разберемся с тобой.
Не осилил, так и скажи. Так, отлично, броню мне, наверное, восстановили все. Сейчас посмотрим. Да, горючее берем. И погнали танк валить. Так. А где там бойцы у нас? А, все, бойцы теперь не скоро будут, тогда можно здесь оставить. Привет. Так, сколько вас тут еще? Опять же, политиков я спасать буду всех, хотя можно не всех. Так, ну все, к следующему городу можно лететь. Что тут у нас? Так, ты что-то уже в открытом доме стоишь. Такой прикольный. Горючее это всегда хорошо. Так, посмотрим, что тут. А тебя я возьму. Правда, мне сейчас вообще-то место нужно. Ну, какая разница, все равно так и так лететь еще сдавать туда. Ага, вон он-то кто. Ну, оборону тут устроили. Так, надо этот горючее не поджечь, как в тот раз. Что тут еще? Тут может быть много прикольных вещей. Вот. Горючее есть, боеприпасы есть. Почему бы... Ага, надо не убить чувака на крыше. То, что дом падает, это... Нет, это не норм. Надо было его взять. Вот, блин. Я краб. Поздравляю. Ну ладно, боевые потери. Такие вот они. Давай, где танк? По-любому же приехал. Сейчас приедет. Приятно познакомиться. Ага. Места нет, да, по-моему, уже? Да. Ладно, посмотрим, что еще вот в этом доме. Вообще от дома даже не осталось никаких кусочков. Так, где посадка? А, топливо. Я думаю, тогда возьму здесь топливо, прямо вот, которое у меня перед носом. Я раньше, когда играл, почему-то всегда называл это бензином. Хотя, конечно же, там никакой не бензин. Ну, как-то так мне было удобней, что ли. Но сейчас вот стараюсь правильно, и поэтому каждый раз разным словом называю. Аннигилировал дом, ну да. Такое-то оружие. Так, возвращаемся. Что-то по пути вообще никого нет. Могли бы там хоть ради интереса танк поставить какой-нибудь. Все,
все, последний. Отлично. И отправляемся к следующей тюрьме. Правда, не знаю, боеприпасы брать. Да там есть недалеко. Я думаю, обойдусь. Наверное, сейчас сразу к этим боеприпасам и полечу. Потому что там наверняка они охраняются. А это что? Ничего. Даже заложники некого взять. 3-4 вируса, опять кряки и броги слышал. Так, еще не подстрели бы эти боеприпасы. А, это гражданское здание, ну извините. Там надо спасти кого-то. О, привет. Ты куда уехал? Так, ты не убежишь. Кстати, я его, по-моему, мог заложники взять. Ну ладно. Раз он не стрелял, а бежал, значит, я мог его взять. Так, все, потратил все патроны. Броню не надо. За что я так танчик? Ну ничего, что он меня подбить хотел. Ты там вообще на чьей стороне? Так. Мне нужно, по-моему, искать горючее. Передумал. Не думаю. Скорее всего, это было тактическое обход. Чтобы меня со спины подбить. Подло. Так, надо горючее искать. Еще в заложники кого-то брать, да? На 100 лет они нужны. Так, если сейчас тут не будет горючего, мне придется... А, все, есть. Здорово. 4 человека. Ну, в общем... Давайте, где? Вон. Так вот. Да сейчас я возьму ваше горючее, подожди. А почему мне опять лебедку сняли-то хорошую? Я же в той миссии взял хорошую лебедку, а мне ее сняли. Но это всегда было непонятно. Так, идем на посадку. И сюда нужно вернуться будет. Так, запомни, где это место. Ага. А, ну оно все еще отображается, понял. Хитрость рубил, да? Такие они тут все хитрые. Надо было здесь горючее брать, потому что, ну, тут дальше всего, сюда неудобно лететь. А, я бы не долетел, наверное. Ну, или еле-еле. Лучше не рисковать. А, броню, да, полностью восстановили. Классно так вот. Высаживаешь человека, у тебя хоп, дыра в корпусе залатывается. Вон там еще броня одна лежит. Надо запомнить, где она лежит, потому что тут не показывается, где она. В этом вот квадрате нижнем. Понятно. Так, давай, чиновник, садись. Все. Все, 12 спас. 12 клевых ребят. Так. Электростанция 100 мегаватт. Ага, эта подстанция обеспечит энергией химическую фабрику. Ты должен уничтожить ее как можно быстрее.
Так, ну, в общем-то, придется, наверное, взять боеприпасы, потому что там, скорее всего, будет ожесточенное сопротивление. А мне как бы их средний. Но я думаю, боеприпасов тут особо проблем нет, поэтому... Хотя нет, возьму там дальние. Вон там, вот в следующем квадрате. По пути, может, кто-нибудь еще встретится тут. Мало ли. Нет, ничего не встретилось, ну ничего, беру. Так, посмотрим, что там у нас есть. ЗСУ, ни одного. Ну, ни одного, это ладно, он подъедет еще наверняка. А что у нас, кроме ЗСУ, ничего не показывается? Ну, ладно. Так, а это что? Опять какой-то домик командира. И ничего. Где электростанция? Прямо по курсу. Да, тут понятно, тут всякие гранатометчики. Надо быстрее здание валить. Все. Ну и добить оставшихся. Вот так. Броню мне не надо. Они меня почти что ничего не снесли. Горючее тоже не надо. Химический завод. Мэдмен планирует зарядить свои ракеты химическим оружием. Вообще-то он вроде про ядерное говорил. Ну ладно. Уничтожь фабрику по производству этих химикатов. Не вопрос, правда, далеко. Надо подумать о горючем. Оно там не близко вообще-то. Да, не близко. Боеприпасы есть по пути. И там по-любому танки. Нет, опять не пишет, что есть танки. Ну ладно. Ну пока что полетели-то, а по пути разберемся. Так, я правильно или что? Не, нужно чуть ниже, а то там... Там не очень. Раз, два, три, четыре. Не, надо взять, наверное, аммы. По-любому. Ты чё, у меня 8 гидр? Не, надо брать. Удалил топку. Удаляй. Так, с горючим у меня не очень дела. Что я сделал-то? Ну вот, теперь тут местность загрязненная. Чернобыль такой местный создали. Дыру проделал в крыше. И что, из-за этой дыры он не сможет работать, этот завод? Ну, хорошо, если так. Так. Горючее там есть на посадке. Отлично. Только надо долететь. Что-то у меня уже мало. 12 всего. Так, надо долететь. Эй, народ, вы чё? Ты им потом... Так, бери. Не задумываясь, бери. 4, ну ладно, взял. Фу. Так, химический завод уничтожен. Ракетные установки радиус. А, ракетные установки. Радиус 500 миль. Заряд ядерный или химический. Чтобы найти и уничтожить эти пусковые установки, ты должен захватить вражеских командиров.
прикольно. Ладно, я не знаю, где их искать. У меня патронов нет. Ну, в смысле, есть эти Hellfire только. Так, боеприпасы вон там есть. Ну да, погонь за топливом жесткая. Причем, что вертолету не так мало. Ну, то есть ему что, на несколько минут хватает топлива, что ли, в жизни? Да не того ты уничтожил. Ну вот я одного командира уничтожил, поздравляю. Крабский. Только если случайно мне попадется этот... Да, жута немного, но все равно, ну у них же и баг не маленький. А, вот есть командиры, лол. Так, где-то тут. Вначале беру командира, потом уничтожаю гранатометчика, но его тут даже нету. Итак, у меня есть все данные по пусковым установкам, я все вам расскажу. Да, только ты про одну только рассказал вообще-то. Не надо тут строить и все, все знает. Так, надо спланировать. Кстати, я бойца забыл подобрать. Горючее вон там есть. А, возле вон там, в общем, я понял. Туда лечу к командиру, наверх, ну, на северо-запад. Там же установка, и там и горючее есть. Ну, вообще, что-то у меня такое ощущение, что мне горючего не хватает. Ну, до конца уровня. Пристрелить всех. Тогда я не узнаю, где установки стоят. О, появился командир. Да подожди, дай мне начали взять командира, чтобы не убить. Потом уже ты. Сколько он снял? Нормально. А там по-любому этот танк возле установки. Сейчас он как меня снесет. Ничего, попробую. Может, там и нет танка. Мне главное быстро уничтожить. Где она? Нет. Нет, не там. А, нету, даже ничего нет. А, вон там желтенькая точка. Ну и что ты тут сидишь? А, он горючее оставил. Но мне нужно на посадку. А, ну да, вон там на посадке справа есть топливо, но мне еще нужно будет потом миссию выполнять с солдатами, так что я это пока оставлю. А у меня горючее где-то было... немножко не по пути. Просто без брони тусоваться... Фиг его знает. А, подожди, прямо возле меня горючая, лол. У меня еще 36. Не, ладно. Пойду туда. Правда, без брони, опять же, я не знаю, что будет. Или вот долечу, пока долечу до электростанции, может... Нет, у меня еще много. А, вот тут броня, все. No problem. Да тут опять же никого нет, они не знали, что кто-то будет нападать. Типа, никому же неизвестно, где они находятся. Так. Где следующий командир?
там вот слева. Так. Там же и горючее есть. Ну, точнее, вначале горючее. Так, боеприпасы еще есть. Там горючее. Ну все, беру уже 24. Так, где установка? А, нет, тут не установка, тут командир. И чё, его один этот человечек защищает? Или там еще гранатометчик внутри? По-любому же гранатометчик еще там. Нет, нету. Какой-то он не очень. Страх потеряли. Ну, пойду установку вот эту уничтожу. Так, надо высадить, а то мне некуда будет командиров брать. Вообще-то их можно пристрелить, они же данные уже все дали. И просто выкинуть за борт. Не, ну ладно. Мы же американцы, это же все герои. Нельзя так делать. Так, патроны, да, возьму, чтоб не париться. Где командир? Ну вот установка и командир заодно. Причем, насколько я помню, вот эти установки, они как бы не спавнятся после того, как эта миссия начинается. Оп-оп-оп-оп-оп, не упустить ракету. Вот, а то есть их можно найти сразу. Ну, просто ты даже как бы не знаешь, где находится, но как бы в принципе можно найти вроде. Так. О, привет. Так. Еще одна установка. Тут, кстати, где-то броня валяется, я помню. Но мне пока не нужна. Все, миссия выполнена. На самом деле я одну установку же не убил, поскольку я одного командира убил. Но я уже теперь не знаю, где ее искать, это понятно, что уже не найду. Только если случайно абсолютно, но маловероятно. Лагерь, шестая миссия. Вытащи 14 наших солдат и вывези на ближайшую посадочную площадку, откуда их заберет наш транспорт. Понял. Погнали. Тогда можно здесь броню взять, где она тут валялась. Но все равно я сюда уже, наверное, не полечу, скорее всего. Че, пропадает добро. Ну че, где вы тут все? Домик. Что в домике? Да. Ага, припасы, неплохо. А в этом? Броня. Ну, вообще круто. Так, получай. И ты получай. И ты. Так, у меня закончились. 265 оставили. Горючее. Так, где тут было, по-моему, недалеко, да? Ну да.
тут сейчас, по-моему, подъедут еще ребята. А, кстати, вон стоит один. Без палева вообще. Они что, сами не могут выйти? А, ну типа заперто, я понял. Меня вот такие всякие графонистые ставки очень радовали во всех этих трех частях. Ну что, отвезу бойцов. Ух! Да, потом с тобой разберусь, сейчас я тут высажу броню, все восстановлю. Так, а горючее мне нужно? Нет, скорее всего, еще нет. Сейчас посмотрим. Не, только эти припасы нужны. Где ты тут? Давай. Привет. О, здорово. Кто следующий? Ну, где? О. Но он мне снял нормально, да? Да, 280 осталось. Ну, сейчас как раз таки 6 человек высажу, у меня опять будет 600. Лол. Угу. Ой, я зачитался. Так, ну, я не слышал, я читал. Как я мог слышать, если, ну, ты же в чате. Не-не-не, ты все, ты сказал, что ты пройдешь его без патронов. Ну или как-то там без оружия, что ли. Крутого. Так, горючее. Ну ладно, горючее у меня тут есть, в принципе, недалеко относительно. А все, сейчас уже это закончу миссию, правда. А сейчас еще один танк приедет. А, у меня 3 Hellfire есть. Где? Чё, все сдулись, что ли? Так, все. А, не. 160 мне снял. О, горючее. Ну, сейчас как раз таки то или чё. О, я понял, у меня такие бывали моменты, что я уже все выполнил. Всю вообще, все задания в миссии. Ну, на уровне. И я тупо не долетал до этого авианосца. Заканчивалось топливо. И это была последняя жизнь. Ну, сейчас-то мне хватит. Все, да, все 6 заданий, ну да.
Совсем мало, ну. Не, у меня картридж был. У меня все три картриджа были. Но правда вот Desert Strike такой хакнутый. Вот то, что в начале у него было, это вырезана Electronic Arts заставка. А Jungle Strike нормальный вообще был. И Urban Strike тоже. Ну, на английском, конечно, все. Все, второй пройден. Ну, не знаю, начинать ли мне следующий проходить? Или все-таки отложить на другой стрим? Просто если его начинать, то надо его закончить, а иначе как бы я же не буду сейвиться до середины уровня. Так, сейчас я сделаю сейв-стейт здесь, на всякий случай. Ну, чтобы вдруг я стрим закончу. Ну ладно, начну тогда. А вон плохих новостей сколько там, уничтожено гражданское здание. В ответ на то, что ты освободил политиков, группа террористов захватила наше посольство. В заложниках держат наших консулов, ты должен спасти их. Кстати, рядом с городом расположена биологическая фабрика и подземные ракетные шахты. Вот твое задание на сегодня. Спаси наших консулов, уничтожь фабрику, взорви ракеты, спаси пропавших пилотов, взорви электростанцию, спаси заложников на яхте Мэдмена. Захвати посла и защити посольство. Меня радует то, что это взорви электростанцию есть на каждом уровне. Немного ли хочет? Ну да. Так, инспекторы ООН, проверяющие фабрики Мэдмена. Группа из 6 инспекторов ООН окружена на стоянке у отеля. Вытащи их, пока они еще живы, поторопись. Полетели. Вот тут уже начинается, я сразу скажу, вот тут уже начинается боль. Сейчас, возможно, меня начнут унижать. Посмотрим, конечно. Ой, он исчез. Кстати, тут... Ну ладно, не буду. Так. Нормально так встречаю сразу два танка меня. Так, лучше в неизвестные места лучше никогда не залетать раньше времени в этой игре. Потому что там сразу Danger Zone, и я не могу никого заомнить, а меня омнит с двух патронов. Слышался, тумбанул это я. Почему? Ты что, продолжаешь играть, что ли? Так, давайте садитесь. А я думал, ты все взорвался и не играешь. Сколько вас там? Все? Ну пойду высажу их. Так, надо вот это здание взорвать. Да, не перегораем. Конечно, кто ж сомневается-то? Так, а у нас даже не на побережье посадка. А, кстати, что тут насчет этих солдат?
М4-8. А, вот тут начинается М4-8. Вот это вот боль. Так. Тут уже нету своих солдат, по крайней мере, на карте не отображается. Биофабрика Мэдмена. Мэдмен планирует запустить ракеты с биологическим зарядом. Уничтожь секретную фабрику и захвати ученого, знающего, где находится ракетная шахта. Фу, ну пошли, вот там нас уже будут, по-моему, эти ожидать. А, нет. Но все равно там танков полно, по-моему. Ну, в общем, там сейчас ставят. Как будто бы никого нет. А нет, даже так есть. Ну. Ой. Ну, выбежал. Да. Вот молодец, знает, где прятаться. У меня вот от этого пригорало всегда. Ну, я захватил. Почему вы его не можете допросить? Нужно обязательно всех поймать. А где танки? Что за дом стучишь? Ну, не знаю, я почему-то стучу в дом, в смысле, стучу в дверь, а ломается крыша. Классно же, да? Так, еще двое. А, горючая, где? Фу. Быстрее, 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 быстрее. Да успею. Вот тут надо ни на секунду нельзя забывать о том, что горючее быстро заканчивается. А, ну заодно высажу, так уж и быть. Хотя мне хватило бы, ну мало ли. А, да, брони, правда, излишек. Так, сейчас. Так, патроны. А, ну там они были. Я поэтому их тратил так, потому что здесь видел, что лежат. Где-то. Стоп, где? Где-то тут были. Вот. Так, ну по-любому кто-то тут. Ага, вон он. Чего, он не видит меня? Жалко. Я хотел за счет его патронов, да, не разрушить. Так, начинаем тарабанить. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Бедная кнопка. В здании всего один ученый работал. Так, тут кто? Так. Все, миссия 2 выполнена. Там еще один дом. Так, там кто-то есть? Так, тут еще не один вообще-то. О. Вот, вот это я хотел. Классно. Бесплатно это. Бесплатные патроны. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, отплатился. Зато взял, да, чувака, это? Во.
Тора, ты знал, что если подорвать бензовоз, то от него останется 3 бака с горючим? Это факт. Единственное, кого не впустили в убежище. Логично. Брони 30 вообще. Ох, как бы мне до посадки-то бы долететь. Надеюсь, меня никто тут не встретит сейчас. Это будет печалька. Меня опять чуть не свалил вот эта вот... не знаю, вагонетка эта серая. Как на первом уровне. Далее. Подземные ракетные шахты. 200 броня. Уничтожь шахты до того, как произойдет запуск ракет. Обычно шахты замаскированы под пустынные дюны. О, это такое не очень горючее. Ну, вот туда мне надо взять как раз-таки, потому что туда больше я лететь не буду. Сейчас пока есть возможность долететь, надо долететь. Там, где она там? 22, ну как раз. А где? Так, ну их там танки охраняют, это по-любому. Или нет? Да не, охраняют. А, я здесь танки убил, нет, это все-таки не то место. Главное не упустить ракеты. Все. Нет, слишком опасно с хеллфайрами 5 лететь, надо брать. О, танк подъехал. Ну, я не буду связываться, зачем? Смысла нету. Так, где тут? Где-то близко. Где-то прям здесь. Вот это. Оп. Ну чё ты, шахта-то, уничтожайся. Так. Если что, горючее где у нас? Надо успеть вот ближе эти две красные точки уничтожить, и потом уже лететь к тому горючему. Но вообще мне то горючее еще может пригодиться. Ну ладно, посмотрим. Надо все в темпе выполнять. Лучше не жалеть боеприпасов, чем нормально так, чем потом упасть из-за нехватки горючего. А вот он, вот он. Так, там в песочке может быть котя горючее. Нет. Там нечто, что мне не хотелось видеть. Так, Hellfire берем. Броню берем. Так, быстрее, горючего уже не так много. Так.
Так, возможно, тут есть горючее. О! Если кто не знал, это была жизнь. Припасы. Тут должно быть же горючее по-любому. Есть. Так. Ну и да, и припасы тоже надо брать. Еще одна шахта осталась, но я думаю, я ее потом разбомблю. Будет еще возможность, я ж туда еще пойду. Так, пропавшие пилоты. Найди и спаси двух пилотов, потерпевших бедствие в заливе. Двух? Так там же трое. Или они как бы одного заранее похоронили. Ну ладно. И оттуда горючее уже точно будет далеко. Ой, как далеко оно будет. Что же делать? Ну ладно, надо опять же в темпе все пытаться выполнить. Или надо вот через этот город пролететь. Тут возможно жестко будет, но зато тут возможно горючее найду. Не то. Он там ездит М4А, или как его там, забыл. Я не знаю, возможно, он меня сейчас заовнит. Ой-ой-ой, только ну, не сбей меня. Ух ты, жесть. Я сюда могу высадить кого-то? Так. Есть горючее. Нет! Ух! Так, все, мне надо срочно сажаться. И я взял, и я себе горючее обеспечил довольно-таки недалеко. Да, все миссии обязательно выполнять. А одно не выполнено, все, можешь сажаться на авианосец, и тебе встают втык миссию заново. Че, у меня нету этих людей, кого высаживать. А что делать тогда? Ну блин, меня сейчас просто могут свалить. Лодки там, по-моему, плавают какие-то. Ну, делать нечего, придется в атаку, но сейчас, возможно, меня заумнят. Если я хотя бы одного пилота возьму. Так. Не попасться под гранату его. О, фейл. Эх. Спасибо, что вы вытащили меня. Я узнал, что охрана яхты Мэдмена ослабнет, если вывести из строя подстанцию. Ну, кстати, я немножко все-таки, ну, закрабил. То есть, можно было не попасть. Но я боялся просто пилота убить вот из-за этого. Я бы стрелял бы прям сильно, но я мог бы попасть в пилота. И это было бы хуже, чем то, что я одну жизнь потерял. И, кстати, у меня почему-то три жизни. Я же одну потерял в самом начале, у меня было две. Одну я взял здесь. И сейчас еще потерял. Почему три? По очкам, что ли, дали? Зато мне топливо дали, полный бак. Надо везде искать плюсы. Вон еще 100 снял. То есть опять плохо. Так, миссия-то выполнена, но я всех спасу. Или хотя бы попытаюсь. Где они там? А где? Не понял, я его убил, что ли?
понятно, то топливо было на электроподстанции. Вот это прикол. Ой, я вот на то горючее справа надеялся тогда. А я бы его не взял бы, меня бы там зловнили. Потому что раньше времени там просто были бы неубиваемые враги, а меня бы убили бы сразу. То есть я бы его не взял. Да ладно, завалил. Я его реально убил? Что-то я не видел, чтобы он погиб. Что-то странно. Вроде все четко стрелял. Так, где под эти боеприпасы? Ага, вон там. По пути. Там же, где и топливо. Но топливо мне пока не нужно. Как раз на электростанции возьму. А броня нужна. Надо... Где посадка? Где-то ближе. Да. Все-таки возьму броню. Басил Смит, привет, какой левел? В смысле? А, третий уровень. Я вначале не о том подумал. Так. Тут патроны-то где, подожди. О. Печальку закончились. Вот они. Ладно, пробуем атаковать. Мимо. Мимо. Ну это я про них. А я-то попадаю. Да, я думал, какой уровень вертолета. Броню не надо, горючее, ну, относительно. Так, яхта Мэдмана, личная. Получена информация, что Мэдман находится на яхте. Но будь внимательны, в качестве живого щита он держит 12 заложников. Да, Weapon Strike, да, да. В такой не очень, причем. Я вот думаю просто, ну не, ну топливо в любом случае надо брать, да ну я потом просто не долечу. Ладно, беру. Так, патроны в принципе есть, но там я помню куча всего, там даже вертолет будет. Ладно, лечу. Да-да, которые 20 человек вмещают. Вертолет надо сразу сбивать. Так, не туда я немножко улетел. Выходи, тук-тук-тук. Так. Мэдман сбежал. Да ладно, он неубиваемый. Эй, а чё они тонут-то? Лол. Я чё-то и забыл, что они тонут.
Да. У меня патроны закончились. Фейл. Ну, блин. Людей-то надо спасти хоть немного. Блин, сейчас закраблю вообще миссию, и будет печалька. Это провал, я согласен. Блин, я сейчас какой-нибудь этот пулик собьет. 70 брони осталось. Больше нет места, только не тони. Не-не-не-не-не. Да. Да. Прилетел брат, а принял рядом в Берговине, рухнул, потому что не смог подцепить лебедка. Да, бывает такое. Особенно поначалу. Не, на броню-то я на посадке возьму. А, ну в принципе... Ладно, до боеприпасы потом долечу. Закраблено. Причем, по-моему, пока люди эти за кадром, то они не тонут. Они тонут только тогда, когда я туда подлетаю. А, боеприпасы. О, да почему так далеко? Да ну, почему так далеко? Жесть. Полечу искать поближе здесь где-нибудь. Сейчас раз меня заовнят тут кто-нибудь. Танк какой-нибудь. Вообще плохая идея. А, броня есть. Может, вот в этом доме? Ага, мне сегодня везет. Так что, Тор... Твое тут злорадство не сработало. Читер. Только не тони. Ну, я не знаю, сколько минимально надо спасти человек. Мне кажется, уже фейл. Не, выполнено. Фух. Да, в домах куча всего спрятано. Так, посадка. Не, я пока не буду сажать, зачем? У меня полная броня. Так, убежище вражеского посла, защищенное радаром. Захвати вражеского посла, он имеет доступ к секретной охранной системе. Обнаружи и уничтожь 4 командных центра. 9? Так я еще... Разве 9 спас? Так. Ну ладно, полечу туда в пекло, не знаю, что будет. Надеюсь, там найду горючее и все остальное. Еще шахту по пути уничтожим. Далеко лететь через всю карту. Так, это свой танк. Почему на этом танке не поедут там, не разбомбят полгорода? Так, вот в эти квадратики, по-моему, нельзя залетать, там очень больно, но проверю, конечно. А, не, наоборот, это самая первая миссия, да, перепутал. Так, этот домик мне очень нравится. Ну и зря. О, и вот этот танк мне тоже нравится. Так, тут по-любому все есть. То, что мне надо. Кстати, может быть даже лебедка, да? Точно. О, здорово.
Чё-то я патронами швыряюсь. Не, все, пульки. Броня. Так, запомнили, что броня вот в этом кубике лежит. Горючая. Тут есть недалеко, отлично. Ладно, пойдем шахту громить. Ой, какие вы тут не очень все. Мало брони. Слышь. Вас тут куча целая. Но это очень удачно тут броня. Так, секунду сейчас. Буквально 2 минуты. Так, ладно, продолжаем. А, патроны надо взять. Да ладно, и так, я думаю. Тут уже основное-то всех убил. Ой, зря я столько выпустил. Не, все, надо идти брать. Так, где тут шахта? Ага. Все, не ори. О, как все удачно-то складывается. Итак, ну да, основная-то миссия вообще-то вон еще там только. Но у меня все есть, поэтому полетели. Опасная зона, но я как бы в курсе. Ой, сейчас мне... Все, да. Вот такие тут прикольные ребята. Почему они везде такие себе сильные, не делают патроны и броню? Почему только когда опасная зона? То есть это как-то... какая-то магия, что ли, или что? Пусть уничтожают командные центры. Не-не-не. Только не надо перестреливать. Он сколько мне снес одним патроном? 200, что ли? Тут что? Ага. Ну как раз. Фу, 3 Hellfire, и что я должен с ними делать? Ну, полетел за боеприпасами. Мне кажется, я на этом танке могу еще раз свалиться. Потому что они там очень, очень не очень. Ну посмотрим. В принципе, у меня полная броня, но... Так. Топливо еще рано брать. О! Не. Все, я понял. Я затупил. Надо было вначале радар уничтожить, и они сразу становятся не очень. Блин. Забыл про эту штуку. И вон еще и боеприпасы там. Что я уничтожил? О, нет! Ну все. Я командира уничтожил. Миссия провалена. Но я думаю, это означает, что на этом стрим заканчивается.
Потому что сейчас вообще нет никакого желания проходить этот уровень сначала. К тому же я и так уже 5 часов почти стримлю сегодня. Тут вообще тут так все хорошо откладывалось, сейчас бы прошел бы до конца, там осталось-то. Да. Печалька. Да зафейлено, зафейлено. Посла был доступ к системе защиты посольства. Миссия провалена. Ура! Ну что, все тогда? На этом завершаю стрим. Если есть вопросы, можно писать в чат. Итак, все, всем пока. До следующего стрима.